Ну вот, наконец-то мы уже научились делать многие упражнения. Для того, чтобы у нас получился хороший, красивый звук «С», можно приступать к его постановке. Попробуем его сделать правильно. Для того, чтобы это получилось, возьмем простую бумажную салфетку. Попробуем на нее просто подуть, чтобы она вот так улетела у вас. Сильно-сильно. Ого, Квашик, ну-ка ты. Ого, у нас улетает, а у тебя? Ну-ка еще попробуй. Возьми быстрее-быстрее, неси салфетку. Вот такую маленькую квадратную. Если нет салфетки, возьми салфетку на кухне. Только не очень толстую. Или в крайнем случае оторви маленький кусочек туалетной бумаги. Попробуй с ним. Угу. Обычный платок носовой из тряпочки не подойдет. Он тяжелый, не получится. И еще раз попробуем. О, получается? Получается. Теперь проверим с вами. Проверим, какая у нас струйка была, теплая или холодная? Конечно, холодная. На теплой струйке далеко не улетишь, потому что она как пар идет. Мы ручки греем. И эта струйка нам не подходит. Для того, чтобы получился твердый звук «С», нам нужна холодная струйка. Холодная. А теперь мы попробуем сделать после того, как побросали бумажку с тобой, веселое упражнение, да, такое. Если нравится, еще поделай. Ой, и еще. О, как летит, класс. Попробуем сделать горку и подуть на горку. Поставили горку, как мы учились, да? Прижали сверху зубками и дуем холодным воздухом. Можно, кстати, попробовать, вдруг полетит. Вот у меня полетело, а у тебя? Ну-ка, пробуй. Горка, за зубки зацепились, сверху зубками прижали и дуем холодным ветром. Во как улетает, представляешь? Теперь убираем горку, выложили блинчик. И на блинчик тоже дуем холодным ветром. Прям коротким, смотри. Ой, не летит. О, не летит. Ну-ка сильней. А все равно не летит. Ну проверь, ветер холодный. Может все-таки полетит? Ну-ка давай. Что у нас с тобой, Квашик, такой толстый платок? Как мы его... О, летит! Еще. Что нужно сделать? Зубками чуть-чуть прикусить язычок. Проверь, чтобы воздух был холодный. Теплый не подойдет. После этого прячем язычок домой. Потому что в русском языке нет никаких звуков, где язычок гуляет на улице. У нас язычок всегда дома, за зубами. А? Поставили с тобой зубки так, как будто мы хотим что-то покусать, да, Квашик? Возьмем так. А? Угу. И все. И язычок теперь дома. И теперь, после того, как зубки встали, попробуем подуть холодным воздухом. Вперед! Если у тебя не получается вперед, а получается, значит, ты плохо зубки сомкнул. Сомкни зубки по бокам. Только не так сильно, чтобы скрипели. Просто закрой. Угу. И дуй вперед. На вот такую салфетку. Она, конечно, далеко не улетит, потому что все закрыто. Но воздух, ветер должен быть холодный. Смотри. Видишь? Вот так сильно нужно дуть. Еще попробуем. Вот такой ветер, ураган. Представим, вспомним. Как у нас в крантике вода течет, Квашик? Какой звук издает вода? Бррр, да нет. Бррр, это не звук вода такой издает, а мотор машины. Бррр. А вода, когда из крантика течет, потихонечку, какой звук? Какой звук? Конечно, такой вот свистящий. И холодный воздух. Проверяй. Как только получается по чуть-чуть, добавь посильнее воздуха. Вот так, чтобы все улетало на столе. Все улетает. Все, как только получилось, вот так ходи весь день и делай. Ветер. И все время проверяй, чтобы воздух был холодный. И вперед летел. Угу. Вот и все, вот и получился звук. Твердый. Но если у тебя получается мягкий звук, значит, ты мало тренировал язычок. Значит, нужно еще немножко поделать зарядку и постараться сделать язычок твердым.
твердым. Горочка. Горочка – самое лучшее упражнение, которое поможет тебе сделать твердый язычок и звук с холодным воздухом. Тренируйся с нами!